не в Республике Южной Африки. Я также и являюсь директором в научном институте. Кроме меня будут и другие ученые. Мы постараемся придерживаться графика. Я вам хочу сказать, как будет организована эта сессия. Сессии будут разделены на две части. По трое говорящих в каждой части этой сессии. У каждого будет 5 минут для своего выступления. Мы по мере возможности будем также задавать вопросы между этими сессиями. И потом, после каждой сессии, будет 7 минут для вопросов и ответов со стороны участников. И каждая сессия будет посвящена обмену опытом разными заинтересованными сторонами в IT во время пандемии. Вторая часть будет посвящена тому, как выглядят шансы, а также угрозы и вызовы, связанные с обменом данными по пандемии. Я буду представлять каждого говорящего до его выступления, помня о наших временных ограничениях. Но я хотела бы воспользоваться этим случаем для того, чтобы вам представить обзор нашей сегодняшней встречи. В разных местах в мире разным образом технология и данные внедряются в нашу борьбу против COVID-19. Разные уровни эффективности этого рода вмешательства были зарегистрированы. Также в разными методами мы работаем онлайн и офлайн. Какие стратегии были применены? Из этого вытекают вопросы, касающиеся эффективности, а также масштаба инициатив, которые принимаются в этом плане. Нам нужно также принять во внимание общественные и политические контексты. Это немножко больше, чем технология. Но то, что вытекает выразительно, это технологии, которые мы внедряем. Мы используем расширенное применение данных. Технологии расширяют наши знания. Эти данные, конечно, дают новый ритм, новую скорость нашим действиям. Думаю, что COVID-19 является элементом, который значительно ускоряет эти действия. Поэтому действительно эта картина развивается гораздо быстрее, чем в прошлом. Все происходит очень быстро и еще быстрее. Уходя от моего контекста, связанного с Республикой Южной Африки, я хочу сказать, что мы видим разные попытки, которые связаны с применением данных о COVID-19. Но у нас есть проблема с тем, чтобы найти решения снизу вверх, что означает, что наши решения не принимают во внимание соответствующим образом огромного разрыва в цифровом плане и цифрового неравенства. Другие моменты, которые касаются контекста, как болезнь проявляется в связи с общественными неравенствами, тоже является интересным. COVID не только показал, что у нас недостаточные рамки для управления данными. Мы осознаем тот факт, что такого рода неравенства связаны с третьей революцией. Но мы наблюдаем также и то, что некоторые из этих вызовов имплицирует политику по инновации и также и то, как мы в будущем будем решать инновацию и как мы будем вести лоббинг по инновации. Это тоже интересный факт, связанный с тем, что будет происходить в будущем. В общем, проходя к размышлениям о контексте, я подчеркиваю, что первая часть нашей сессии связана с тем, какой полезный опыт мы можем представить в контексте гарантирования приватности в области борьбы с пандемией. Первый выступающий – это Робин Грин. Робин Грин – это менеджер по вопросам приватности, особенно по Facebook. Он занимается работой, связанной с безопасностью данных, прежде чем она
присоединилась к Фейсбуку. Она работала в Open Institute, а также работала во благо общественных свобод. Она вовлекалась в вопросы, связанные с приватностью данных. Я передаю слово Робин. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что когда мы дойдем до 4-й минуты, я подниму руку. Вы в чате это найдете. Большое спасибо. И передаю слово Робин. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы меня пригласили выступать сегодня, участвовать в этой панели. COVID нам показал, что важнее, чем что-либо в прошлом, это то, чтобы мы гарантировали безопасность по интернету. Мы вовлекаемся в то, чтобы защищать приватность, безопасность, а также чтобы мы гарантировали среду, которая необходима для уравновешенной инновации, также свободы выражения, создавая мир, который является более соединенным, объединенным. И такая встреча, как сегодняшняя, поспособствует осуществлению этой задачи. Конкретно говоря, принимая во внимание COVID, нам нужно разыграть очень важную игру или сыграть важную роль. У нас есть возможность вовлекать людей из разных областей в этот трудный период. Приоритетом является то, как нам наложить контакт между людьми, с их семьями, как бороться против дезинформации, как поддерживать усилия здравоохранения в борьбе с COVID-19. Нам удалось также создать новые возможности, чтобы распространять информацию о COVID-19 из достоверных источников, также предлагая помощь правительствам, и как представлять данные о распространении болезни, опираясь на данные, которые были разработаны. Когда мир борется против COVID-19, общество чувствует последствия этой пандемии. Это очень важно, чтобы мы понимали, как распространяется болезнь. То, что мы наблюдаем, это то, что более качественные данные помогают значительно правительствам определить, куда выделить ресурсы, например, защитную одежду или вентиляторы такого типа или респираторы. Такие данные нелегко раздобыть. Получение таких концентрированных данных является очень значимым, но с помощью настолько многих людей в мире нам удалось, как ученым и здравоохранению, получить нужные данные. Наша поддержка для этих усилий. И, в общем, я хочу очень выразительно это сказать и подчеркнуть, что усилия и поддержка этих усилий не может быть связана с нарушением приватности людей. Наш подход всегда опирался на то, что приватность в первую очередь, она на первом месте. И эта тема является первой в общественных дебатах. Мы идентифицируем проблемы, связанные с приватностью, и хотим выделять ресурсы для того, чтобы помогать ученым и здравоохранению, для того, чтобы разрабатывать инструменты и данные, чтобы также поддерживать нашу вовлеченность в защиту приватности людей, а также их данных. Обмен информацией, которая идентифицирует людей, не является частью нашего ответа. Мы постоянно хотим, точно так же, как мы поступали до COVID-19, поступать по тем же правилам. Мы также думаем о том, как пользоваться агрегированными данными для того, чтобы избежать идентификации отдельных лиц. Мы не применяем данные, которые в состоянии идентифицировать отдельных людей. Наши рамки мы адаптируем для того, чтобы действительно гарантировать то, чтобы мы выполняли наши обязательства, касающиеся того, чтобы сделать все возможное, чтобы ответить на пандемию 19 без компромисса для приватности людей. Наши действия осуществляется, опираясь на путь, который был назначен экспертами. Мы видели полную вовлеченность со стороны заинтересованных лиц, в частности, экспертов по здравоохранению, а также по приватности. Потом для нас очень важной является эффективность, потому что мы не можем делать что-то, что является непродуманным. Мы можем делать
то, что мы делаем при сотрудничестве с здравоохранением, со службой здравоохранения и правительствами. Третий элемент рамок, который мы осуществляем, это добровольное согласие. Инициатива COVID-19 опирается у нас на содержание и также практику добровольного сбора данных. Для прозрачности это необходимый элемент. В нашей работе очень важно, чтобы мы очень прозрачно подходили к тем действиям, которые мы предпринимаем для того, чтобы ответить на COVID-19, включая также четкое определение, как мы собираем и передаем личные персональные данные пользователей. Третий элемент наших рамок – это минимизация данных. Мы собираем, используем, а также храним самое маленькое возможное количество данных для того, чтобы гарантировать осуществление инициатив COVID-19, и приоритетом для нас являются права человека. Мы также проводим due diligence для того, чтобы мы соответствующим образом работали. Мы вмешиваемся только тогда, когда мы думаем, что мы можем облегчать ситуацию и предпринимать действия, которые не нарушают приватности человека и прав человека. Это на первом месте. Мы проделали отличную работу, мы смогли отреагировать на эту пандемию, используя данные или поверхностную информацию, касающуюся лиц пользователей. Мы также могли выйти на контакт таким образом, чтобы этот период пройти более легко и более надежно ответить без нарушения приватности людей. Мы очень гордимся той работой, которую мы проделали. Спасибо. Спасибо большое, Робин. Сейчас я передаю слово Гонсалу Сосан. Это доктор права и общественных наук. Он занимается вопросами, связанными с АДЖИС, то есть он является менеджером по защите персональных данных. Он также является преподавателем в университете Монтевидео, а также в университете в Уругвае. Он работал в налоговом управлении, а также в бюро по планированию и бюджетированию. Вам слово. Спасибо большое, Габриэлла. Спасибо, Мари Касу, за приглашение. Я рад, что я могу с вами участвовать в этой встрече. Я постараюсь говорить коротко. Учитывая введение ограничений в марте 2020 года в Уругвае, мы осознаем, что на плечах всех возлагается ответственность за жизнь в хороших условиях. Что касается положений закона, и очень важными также являются вопросы, связанные с судом по правам человека. Все вопросы, связанные с пандемией, они должны восприниматься с точки зрения прав человека и с точки зрения наших международных обязательств. Комиссия по правам человека рекомендует действия, которые касаются временных ограничений прав человека. Во время пандемии они действительно были подвержены целям наших действий. Эти цели были определены, и они были пропорциональными к задачам. Правительство Уругвая осуществляет правительственную программу с участием разных общественных организаций, а также агентства по цифровому развитию. И в этим действиям также участвуют частные застройщики. Мы первая страна, которая вовлекла и приватный, и частный, и публичный сектор. Например, Министерство здоровья, а также администрацию по вопросу оцифровки. И мы старались действовать, опираясь на концепцию ограниченной свободы. Эта концепция является добровольной. Это программа, которая осуществляется в соответствии с правилами уругвайского правительства, чтобы гарантировать политику, которая гарантирует защиту данных и стандарты безопасности. Программное приложение DAL было внедрено, опираясь на тот принцип, что обработка чувствительных данных в контексте стихийного бедствия должно осуществляться, опираясь на принципы закона, на защиту
прав, а также положении о защите данных. Сотрудничество между правительством и частным сектором связано с созданием группы ученых и также требует действий, связанных с выполнением обязательств отдельных членов группы. Предпринимаются действия, которые происходят из частных и общественных институтов. Нужно оправдать интересы отдельных групп, принимая во внимание также и отдельные группы данных, а также освобождение от согласия на обработку. Например, санитарные требования или другие разрешения. Устанавливаются условия и гарантии, опирающиеся на те урегулирования, о которых я упомянул. Трудно гарантировать безопасную среду, где публичные, приватные и частные субъекты могут ограничивать обработку данных, но разрабатываются также отчеты, это относится персональных и неперсональных данных. А что касается этических рамок, внедряются правовые урегулирования, такие рамки могут гарантировать соответствующую прозрачность, а также руководящие принципы. Они также являются хорошим примером тому, что мы видим в декларации, которая устанавливает принципы, которые можно легко применить в других областях инноваций путем данных, например, доступ, права человека, поток данных и подход к открытости данных и безопасности персональных данных. У нас, конечно, есть данные, есть анализы, связанные с обработкой персональных данных, чтобы оценить влияние этих данных до их сбора, и также предоставляется информация субъектам, от которых мы собираем данные. Мы также передаем информацию о роли этих субъектов. Чтобы подытожить, я хочу сказать, что очень важным является вопрос конфиденциальности. Эти рамки гарантируют также контроль систем обработки, а также их влияние на защиту данных, а также назначение лица, которое несет за это ответственность. Четко определены изменения, связанные с обеспечением безопасности данных. Мы должны возлагать обязательства, которые касаются правительств в области обработки этих данных. Я с удовольствием жду вопросов, которые вы будете задавать в очередной части нашей сессии. Спасибо. Мы передаем слово следующему говорящему. Это Кармела Транкото в этой сессии. Она является профессором в Швейцарии. Она также работает в области инженерии и приватности. Для нее очень важно, чтобы понять влияние технологии на общество. Она работает над децентрализованной системой по отслеживанию приватности. И это было определено Google как основа для их протокола. Большое спасибо. И, пожалуйста, Кармел, тебе слово. Спасибо большое. Большое спасибо за приглашение. Прежде всего, я хотела бы сказать, что я здесь лично. Я высказываюсь от своего имени, а не от имени швейцарского правительства, а тем менее еще от имени Google. Приложение, которое отслеживает контакты, появилось в ответ на необходимости, связанные с COVID-19. Это очень важно для заблокирования дальнейшего развития эпидемии. И было принято решение, что технология действительно может помочь. Была применена мобильная технология с таким датчиком. Это датчик, который любой человек может держать в своем кармане. И действительно существует разрыв, технологический разрыв. Технологии, которые опираются на приложение, они богаты данными. Когда мы имеем дело с технологией, которая отслеживает данные, это огромный потенциал для нарушений. И приватность является не целью, а это средство для защиты граждан
пользователя и демократии. Поэтому в группе ученых мы объединили свои усилия, чтобы обеспечить лучшую для приватности систему по отслеживанию контактов. Я могу сказать, что мы не будем защищать приватности пользователей. Мы хотим защитить мир от дезинформации. Это информация, которая собирается телефонами всех, потому что мы у всех попросим, чтобы они такой датчик себе положили в карман. В результате этого мы получили основу, благодаря которой приложение Google защищает приватность. И это является концепцией будущего, то есть ограничение в контексте цели одного проекта. Это ограничение является одним из основных принципов защиты данных. Протокол, который мы предлагаем, приводит к тому, что вся информация является бесполезной для других целей. Конечно, появились вопросы, касающиеся анонимизации, агрегации, а также других вопросов, которых мы еще не до конца знаем. Но важно, что то, что мы построим, что это не создаст новую проблему. Технология является фантастической, но если мы не соответствующим образом будем это использовать, мы будем генерировать очередные проблемы. Настоящее приложение, мы видим уже доказательства, что оно уже помогает. Может быть, эти программные приложения еще не распространены из-за ограничений, которые действительно применяются. Технология не до конца еще и работает. Эта служба здравоохранения не до конца готова. В некоторых странах появлялись проблемы, которые вытекали из того, что система здравоохранения не до конца готова для того, чтобы поддержать это программное приложение. Еще важнее с перспективы защиты данных. И это означает, что до того, как поехать в разные страны, достать им технологию, мы должны помочь построить инфраструктуру, благодаря которой эта технология будет эффективной. В противном случае мы собираем инфраструктуру, но мы даем новые проблемы, не решая прежних проблем. И последний вопрос. Учитывая тот факт, что это очень важный вопрос, когда мы примем решение о том, чтобы это построить, мы должны помнить об ответственности. Для меня, для моей группы это было требование. Мы приняли решение, что мы будем строить как программные приложения Google. И в такой системе именно в настоящий момент мы создаем новое программу для управления данными. Мы говорим об инфраструктуре, а также о контроле. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы во второй части. Большое спасибо, Кармела. И чтобы подытожить эту часть и начать вторую сессию, вот появились разные вопросы, которые в разных аспектах появляются. У каждого панелиста будет одна минута, чтобы ответить. Первый вопрос от доктора Раша Абдулла Робин Глин. Доктор, вы зададите этот вопрос или мне его прочитать? Ну, как предпочитаете, можете прочитать. Это инициатива, которую реализует Facebook. Мы можем получить больше информации, потому что есть информация, что эта программа может собирать больше данных, чем это нужно для борьбы с пандемией. Особенно есть опасения, что пользователи не могут имитировать, что не могут удалять данные, которые были поставлены другими пользователями. Можем мы узнать нечто больше на эту тему? Это действительно очень важные вопросы. Мы понимаем, что важной вещью, которую мы делаем для Data for Good, это то, что не ответ на COVID. Мы знаем, что другие поставщики технологий думали о том, что как использовать данными, как их использовать для общественного блага. Впервые применили это решение во время пандемии. Но это используется уже несколько лет.
очень важной критической частью ответа на действия катаклизма. Заодно это сохраняет, защищает финальные данные и помогает людям, заодно помогает, как небольшие предприятия добиваются успеха в некоторых местностях или в случаях таких, когда происходит ураган или наваждение, или вот именно эпидемия. Когда, например, была эпидемия в Южной Африке, мы тоже стали использовать эти данные для того, чтобы можно было быстро отреагировать на пандемию COVID-19. Так что часть data предоставляет также карту, которую исследователи НПО для того, чтобы улучшать эффективность борьбы с COVID-19. Да, программа основывается на агрегированных данных, но защитой их благо человечества, чтобы помогать защищаться от эпидемий, чтобы повышать эффективность лекарств и так далее. Эксперты используют тоже эти данные для того, чтобы принимать соответствующие решения на программе, например, идентифицировать, в каких местах самая большая идентифицированность. Тоже помогают данные принимать решения в отношении локдауна и в Нью-Йорке, и в США. Эксперты просматривали данные на уровне соответствующих ГАПСТ, чтобы составлять соответствующие коммуникации службам здравоохранения. Их ответы были абсолютно адекватны. Что касается приватности, конфиденциальности, одна вещь, которую мы гарантируем, это то, что наши карты для Data.Food показывают агрегаты, показывают то, как перемещаются перемещение людей, когда они входят в контакты с другом в различных регионах, и как мы можем будут возникать следующие случаи COVID-19. Мы в состоянии помочь эпидемиологам, чтобы предвидеть правдоподобность выступления, распространения эпидемии на данных территориях. Мы помогаем тоже эпидемиологам соответствующие территории, для того, чтобы эпидемия может развиваться быстрее. Так что мы можем тоже предоставлять информацию, где общество сокращает свою мобильность или где мобильность остается на одинаковом уровне. Одно из очень важных вещей – это то, что Data.Food – это защищенный агрегат данных. Мы работаем с доверенными партнерами, которые в этой программе участвуют. Наших партнеров тоже есть только доступ к агрегированным данным и звукам. Мы не предоставляем им никаких индивидуальных информаций. Информация на тему того, может кто-то удалить ту или другую информацию. Эта информация не позволяет идентифицировать конкретных лиц в наших исследованиях. Говорим мы о личных данных или о данных, которым есть доступ посредством портала, на котором работают наши эксперты и наши партнеры. Суть в том, что эти данные имеют информацию о локализации, но это защищает приватность, сохраняет приватность. У нас также данные на тему про пространственных данных. Так что эти данные так все усталены, что их можно дезагрегировать. Мы не в состоянии сказать, кто в какой базе данных. И эти данные относительно мобильности используются также для информации, которая защищает, информация, которая защищается полностью, обеспечена приватность, нет возможности идентифицировать конкретного пользователя. Еще один момент, который я хочу подчеркнуть, и об этом я уже упоминала раньше. Мы говорим здесь о добровольном согласии. В случае реакции на COVID-19 пользователи Фейсбука могут сами принять решение, хотят ли они делиться информацией о своей локализации или нет. Данные Data.Food – это директорные данные, это данные, которые позволяют нам показывать людям, соответствующий только контент, на который согласились пользователи.
программа Data Core получает транспортированные данные, если пользователь добровольно выбрал информацию, поделись локализацией. Эти данные потом анализируются, и мы гарантируем то, что эксперты могут получать эти данные только тогда, когда они уже агрегированы и когда уже произошла идентификация. Так что мы защищаем абсолютно приватность наших пользователей. Мы делаем это для правила значимого на первом месте приватности. И следующий вопрос. Вопрос от Лейтона Хамильтона. Вопрос Кармели. Да, много дискуссий, много спроверов проводилось на тему традиционного влияния на приватность, на права человека в области цифровых технологий. Я перейду к конкретно одним из ваших проблем, связанных с технологией, которые связаны именно с этим. Вы говорили о огромном потенциале неправильного использования данных, решения, отслежки за данными. Это угроза, непосредственная угроза для приватности людей. Как вы к этому относитесь? Вопрос. Какие опасения? Это те опасения, о которых мы уже слышали. Это опасения на тему слежки, отслеживания данных, на тему потенциала собирания данных, на тему локализации, очень точной локализации, которая показывает точную позицию пользователя. Конечно, сейчас штат инцидентный, и эти данные можно использовать с любой целью. Можно их использовать во благо общества, а можно тоже строить базы данных, которые будут использоваться злоумышленниками. Если эти данные попадают в не те руки, то, конечно, может возникнуть проблема. Я не имею в виду и хакеров, но тоже и правительства, в которых есть такая тема, чтобы использовать данные для контроля над обществом. Поэтому, когда мы составляем эти данные, мы об этом помним, поэтому мы подходим к этому очень осторожно. Мы стараемся гарантировать, что не будет никакого огромного субъекта, который сможет решать то, как, почему будет иметь доступ к данным. Потому что не доступ к данным, ограниченный доступ попадает в принимать любые решения. Можно использовать эти данные самых разных целях, не тех целях, для которых они составлялись. Поэтому очень важно не составлять такую базу данных, которой кто случайно сможет получить доступ. Мы делаем все, чтобы от этого данные защитить. Поэтому столь важно то, о чем я уже говорила, я хочу подтвердить, я можем строить такие решения. Есть многие люди, которые могут тоже думать так, как мы, согласно этим же правилам. Это, конечно, трудно. Нам нужно поменять свой способ мышления, нам нужно поменять то, как мы обучали наших техников, например. Нужно быть очень осторожным, когда мы готовим решение, которое строится на использовании данных. И нужен тот метод, который элиминирует любые угрозы. Но самая большая угроза – это не приватность отдельных лиц, но приватность в общем общества, это мобильность общества. И если мы это все правильно используем, то тогда проблема. Это все очень важный фактор по полному штату. Безопасности общества. Необходимо учитывать здесь, как мы эти данные используем. Это должно быть абсолютно безопасное использование. И теперь еще одна вещь. Я хочу обратить внимание на тему такого коллективного вреда для конфиденциальности, для приватности. И теперь последний вопрос. И мы говорим с Сусапера Гонзало. Следующий вопрос.
Это связано с алертом, который связан с подвержением опасности. В какой степени решения могут внедряться составление таких решений и таких приложений, это для нас очень важно. Мне кажется, что то, о чем мы говорим, это следующий пример сотрудничества между публичным и государственным сектором. Мы в состоянии предоставить инструменты, чтобы люди могли бороться с текущими угрозами, с текущей ситуацией. Нам необходимо обратить внимание на требования, на нужды. И правительство Уругвая особенно беспокоится вопросами приватности. Очень важно, чтобы тщательно документировать ответственность и порядок действий, когда развиваются такие технологии. Что касается самой защиты данных, то вовлечение органов, которые отвечают за защиту данных, это вовлечение гарантировали на раннем этапе. Мы это подключили под приложение, можно было как-то оценить различные системы адаптирования позиций, и можно было тоже внедрить разные решения по адаптированию системы под требования обстоятельств. Мы приняли решения, которые основаны на защите приватности. Инспектор защиты данных вынужден был правильно применить все действия в соответствии с теми правилами, о которых мы говорили, правила алиментации, удаление информации, когда уже закончится пандемия, потому что информации есть только одна причина, почему мы собираем эту информацию. Мы просто хотим ответить на те обстоятельства, связанные с пандемией, на те угрозы, которые вызвала пандемия. Когда это все будет закончено, будут эти данные удалены. Это были самые главные факторы, которые мы учитывали. Что касается такого вида информации, то она доступна для процедуральных целей и для других задач. Но все информационные действия, которые предприняло правительство и другая учитывая отчеты, которые подготавливали наши эксперты, правительство основывалось именно на этих отчетах, а эти отчеты, они предоставлены в публичной информации. Они находятся на сайтах, так что мы здесь соблюдаем правила транспарентности. Большое спасибо. Я вижу, что появилось 3 вопроса. Я задам эти вопросы нашим участникам, и они потом по порядку их на них ответят. Первые 2 вопроса, они, кажется, похожи друг на друга. Первый вопрос был задан непосредственно Кармеле. Твой подход очень важно соблюдение приватности. Вы говорили о некоторых ограничениях целей самого проекта. А в чем суть? Второй вопрос связан с тем, что во время пандемии многие беспокоились за то, что они делятся разными форматами, связанными с системами и governance. Многие беспокоят эта проблема, особенно в странах, где небольшой доход. Как развивается доверие к этой системе, особенно в различных контекстах, мы будем все больше вовлекаться в эту тему. Но еще один вопрос у этого. Как можно гарантировать комплект информации, который касается COVID-19? Например, вопрос доступа к технологиям, нехватка тестов или фальшивые и негативные результаты тестов. И следующий вопрос. Вопросы, что вот эти вопросы с данными, как они относятся к тому, как мы можем полагаться на эти данные.
спасибо. Я пыталась включить микрофон, оттуда этот перерыв. Что касается тщательности и конкретности данных, данных, которые предоставляются добровольно пользователями, все такого вида вопроса, отсутствие отчетов, вопрос о невозможности доступа к технологиям или неправильная информация. Эти проблемы сосредотачивают на том, чтобы приоритетом был передача достоверных данных и насчет заболеваний, насчет реакции правительства, чтобы люди знали, как себя лучше защищать. Очень важно предоставлять актуальную информацию, медицинскую информацию. И, кроме этого, важным моментом является доверие. Это особо все важно для доверия во всем мире. Вопрос доверия – это следующий вопрос, для которого мы придаем особенный приоритет в обстоятельствах борьбы с COVID, в обстоятельствах, в которых нужно давать только те, предоставлять только те данные, которые позволяют эффективно реагировать на задачи, связанные с борьбой с COVID, чтобы никто не должен был беспокоиться за то, что мы сделаем с данными. И так появляется тоже другого вида вопросы. Очень важно, что мы пользовались данными на тему локализации. И очень важно, что пользователь добровольно такие данные предоставлял. Это можно все поставить на своей программе вручную. Такие решения дают возможность осуществлять транспарентность, дают возможность людям выбирать, предоставляют они данные или нет, и могут повлиять тоже на то, как эту информацию собирают. Большое спасибо, Робин. А теперь Гонзало. Что касается точности данных, наш опыт показывает, что Министерство здравоохранения играло очень важную роль. И система передает точные данные. У Департамента здравоохранения очень важная роль. Роль это связана с подтверждением этих данных, данных, которые появляются лично. Что для того, чтобы предоставить данные обществу, эти данные должны подтверждаться Департаментом здравоохранения. Доверие строится в контексте за защиты, уважения этого правила правительства. Средства ответственности, все эти вопросы, связанные с ответственностью, они должны быть гарантированы и должны внедряться, должны адаптироваться. Абсолютно адаптировать подходы к уважению прав человека. И теперь Кармела, отвечая на первый вопрос, входим в рамки приватности, пересекаем ли мы границы приватности. Я понимаю, в чем суть этой концепции. Мы сейчас ее понимаем как защиту данных по самому предмету, но мы говорим еще здесь о том, что мы перешли концепцию privacy by design. Это то, как эту приватность понимают эксперты, академическое сообщество, что эта приватность может быть абсолютно основной ценностью. Что касается доверия, что нам очень помогает внедрять наши решения, получить одобрение общества, это то, что это все доступно. Я участвовала в множественных панели, я давала различные интервью, поэтому объясняла, что мы делаем, как мы делаем. Мне непривычно давать интервью, но я многократно это объясняла, чтобы объяснить, выяснить наши предпосылки, чтобы эксперты могли тоже высказаться. В разных странах очень важно смотреть не только на то, как работает технология, но чтобы мы тоже занялись повышением эффективности всей системы.
потому что в другом случае не будет повышения эффективности технологии, только пополняя систему, но без всех основных элементов это невозможно. Это позволяет нам понять все эти вопросы, которые связаны. Мы переходим ко второй части нашей сессии. Мы задаемся вопросом, как можно справиться с вызовами, связанными с управлением данных в мире. Первым докладчиком будет Клейтон Хамильтон. Клейтон Хамильтон является шефом программы «Цифровое здоровье» в Вухан, Европа. Он отвечает за поддержку и руководящие принципы, касающиеся цифрового здоровья, инноваций, усиления, а также реформы 50 членских стран в регионе, чтобы ускорить использование широких и инклюзивных систем здравоохранения. Он также обеспечивает безопасность технологии, чтобы сделать доступной службу здравоохранения. Большое спасибо и тебе слово. Большое спасибо за очень славное везение. Что мы можем сейчас сделать? Мы можем подумать о шансах и возможностях, связанных с технологиями обработки данных. Мы можем поделиться опытом, которые мы накопили в 50 членских странах, как эти технологии, которые опираются на данные, влияют на нас. Даже самые лучшие системы здравоохранения распознают, что мы имеем дело с отсутствием доступа к данным в реальном времени, хотя страны уже десятки лет модифицируют свои системы, они были застигнуты врасплох из-за несоответствующего выделения ресурсов, а также действий, которые предпринимаются правительствами и системами здравоохранения. Когда у нас есть доступ к данным, мы не можем эффективно анализировать, а также действовать, опираясь на те знания, которые нам предоставляют эти данные. Некоторые анализы, которые были представлены Робертом, являются что-то, что является для большинства институтов не до конца понятным. Мы не до конца понимаем эти системы. Мы не создали еще такого уровня знаний об использовании этих данных и не достигли такой культуры использования этих данных, чтобы это делать безупречно. Мы увидели много помех во время COVID-19, так что нужно признаться, что когда мы переводим опыт из COVID-19 на искусственную интеллигенцию и машинное обучение, есть разные вопросы, которые озвучаются международными институтами, чтобы придать критическое значение ответственности и особенно этическим соображениям. Мы должны решить этот вопрос на национальном уровне. Это очень важно, чтобы управлять данными, но иногда мы неправильно понимаем, что их нужно соответствующим образом применять на уровне соответствующих стран. Мы должны понимать приватность данных, а также приватность дизайна, нейтральность данных, а также и управление публично общественными данными. У нас большее понимание разных решений, которые нарочно или нецелесообразно и неумышленно использовали неправильным образом.
Мы также понимаем, что на другом уровне у нас есть, мы имеем дело с законодательством, которое касается осознанного согласия. Это было неоднозначно, как законодательство на национальном уровне может толковаться. Это, в свою очередь, нас на самом деле отводит назад. Мы должны иметь такие положения закона, которые будут толковаться таким же образом в разных регионах мира. Это очень важно также то, о чем мы говорим в контексте искусственной интеллигенции и машинного обучения. Некоторые вопросы не могут затрагиваться только с помощью национальных действий. Они, конечно, являются очень важными для того, чтобы мы обменивались данными, но мы также должны иметь свой вклад в коллективное обучение, и мы должны собирать данные, которые будут нам помогать решать проблемы. Появляется и другая перспектива, которая касается значения разных решений такого типа. Решения, вне зависимости от того, как они развиты, насколько они безопасны, они зачастую не имеют значения в определенной ситуации. Мы видели также и такие примеры, где применялись цифровые технологии, и действительно некоторые ответы они осложняли действия. Это означает, что соответствующим образом и своевременно нужно реагировать, когда эти ситуации появляются, и это являются ситуации, где нужно предпринять действия. Мы говорили также о справедливости, а также о том, что мы можем действительно как-то накрутить неравенство. На это повлияют также технологии, которые опираются на данные, на эти неравенства. Это не что новое. Это очень тесно связано с тем, что этические элементы должны включиться в экосистему данных, а также во внедрение этих систем. Мы не хотим такой ситуации, где служба здравоохранения будет доступна для всех членов нашего населения. Неравенство, цифровое неравенство может тремя способами проявиться. Путем заблокирования доступа к службе здравоохранения для тех, кто исключен в цифровом плане, или кто-то будет просто отрезан, потому что у него нет цифрового телефона. Кроме того, отсутствие умений гражданина, чтобы как-то управлять этим пространством, или кто-то просто не умеет пользоваться такими системами, которые нужны для этого, или также барьер, который связан с расходами. Мы должны гарантировать, что таких ситуаций не будет, когда решения, которые опираются на данных, появятся в будущем. Если это будет все решено правильно, мы должны так обеспечить, что выгоды будут поступать в общественную систему, а решения будут опираться на данных и будут доступны для всех. На этом я закончу. Я жду вопросов и дальнейшей дискуссии. Большое спасибо, Клейтон. А сейчас перехожу к доктору Рашел Абдулла, которая является профессором журналистики и СМИ в Американском университете в Каире. Она была также членом группы по IGF в ООН. Она представляет гражданское общество в Африке. Она является авторшей многих книг и статей. Она получила много наград за и призов за работу в общественной сфере во время революции 2011 года в Египте. Доктор, вам слово, пожалуйста. Большое спасибо. Большое спасибо, Габриэла, за это введение, за представление. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили участвовать в этой встрече. Это для меня одно удовольствие. Это, конечно, беспрецедентная ситуация, в которой мы оказались. Это ситуация, в которой все больше мы узнаем каждый день, насколько важным являются данные, а также общение онлайн. Это средства, которые позволяют управлять эти данные собираются каким-то образом, они влияют на нашу жизнь. Это ситуация, которая нас связывает эмоционально. Конечно, информация, которая происходит из данных, является ключевой ситуацией, в которой мы оказались. Но прозрачность данных, а также ответственность являются очень важными вопросами, потому что мы не знаем, как эти данные собираются, как они используются. И тогда это
оказывается большой проблемой для многих людей. В некоторых частях мира эта информация у нас очень мало из скудных источников, особенно когда это официальная информация. Обычно это Министерство здравоохранения передает данные, информацию о том, что следует делать, если человек заболеет. Обычно нет возможности, чтобы проверить эту информацию каким-либо образом, потому что то, все, что мы получаем из этой информации, из официальных источников, должно быть принято нами. Во многих случаях граждане не получают достаточно качественной информации. Существует ряд вопросов, но нет многих ответов. Мы не знаем, какие данные собирают правительство, пользуясь COVID-19, какие данные собираются, которые до сих пор не собирались, потому что мы знаем, что они постоянно собирали какие-то данные, но необходимы ли все данные, которые собираются сейчас для того, чтобы бороться против COVID-19, эти данные вообще защищаются? Или они передаются также органам правопорядка? Опираясь на что они передаются, если они хранятся, как они складируются, как они используются? И когда эти программы закончатся? Будем надеяться, что когда закончится пандемия. Но когда закончится пандемия, куда попадут эти данные? И как долго они останутся после пандемии в руках тех, кого они сейчас? И это ответственность, которая возлагается на правительство, чтобы правительство не использовало этих данных таким образом, как их не следует использовать. В Северной Африке предпринимались разные действия, которые, имея своей целью отслеживание контактов, были программные приложения для отслеживания контактов. Существует неофициальное программное приложение Министерства юстиции, которое должно повысить уровень осведомленности на тему пандемии. Многие ее скачали, но в Африке 100 миллионов граждан, так что только 1% населения его скачал. И также есть много нарушений, касающихся этого программного приложения. Это программное приложение не будет работать после того, как его просто скачать. Нужно дать такие данные, как номер, серию паспорта, граждан паспорта и так далее. И Тунис то же самое, тоже имеет такое программное приложение и собирает информацию о локализации GPS. Много информации требуется для регистрации и также положение об окончании действования этого приложения тоже как-то хромает. В Марокко население немножечко, то есть намного меньше, чем в Египте, но эта политика не является четкой, она является довольно общей, что касается приватности в случае программы, которая используется в Египте, я такое не нашла. Не нашла никакого положения. Туда нужно завести разные данные. Это программное приложение получает доступ к контактам. Вот нужно задуматься, зачем им, например, мои файлы, которые касаются тех СМИ, которыми я пользуюсь. Я бы хотела знать ответы на эти вопросы. Я думаю, что они все-таки хотят собрать от нас чрезмерную информацию. Есть и другие программные приложения в других странах, где там данные анонимизируются, потом пользователь должен выразить согласие, и не собирается лишняя информация. Это, по-моему, лучшие программные приложения. Особенно учитывая те усилия, которые прилагаются в борьбе с пандемией, они зависят от быстрой информации. А что с теми людьми, которые находятся в менее привилегированной ситуации, а их гораздо больше в арабском мире, а также в Аравии?
Что касается распространения телефонов, там от 90 до 100% в зависимости от населения. Но это отнюдь не означает, что у всех мобильник, потому что у многих по 2, по 3 мобильника, что означает, что есть такая группа людей, которые не появляются на этом радаре. То есть треть нашего населения не умеет читать и писать. Они не умеют даже общаться таким образом. И как им тогда передать информацию о защите их здоровья, как выжить в этой пандемии? Я думаю, что правительство имеет обязательство, чтобы передавать такую информацию всем гражданам. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Есть много вопросов, которые следует задать. К сожалению, гораздо больше вопросов, чем ответов. И это вытекает из того, что происходит в нашей части мира. Еще раз хочу подчеркнуть те ключевые элементы, которые, по-моему, должны являться основой нашей беседы. То есть данные и информация. Мы находимся во время пандемии, но на нас возлагается ответственность. Нам нельзя снижать бдительности. Мы должны следить за тем, какая информация нами передается, кто ее собирает, кто имеет доступ к ней и кто ее пользуется. Я здесь остановлюсь. Спасибо. Спасибо большое, доктор. И, наконец, в нашей панели я передаю слово Амбер Силха. Это исполнительный директор по вопросам общества интернета в Индии, занимается искусственной интеллигенцией, а также ложной информацией, является членом управляющего комитета по вопросам машинных систем, а также искусственной интеллигенции. Занимается также работой в университете. Большое спасибо вам, слово. Большое спасибо. Мы видим, что пандемия довела до необходимости применять цифровые решения, как, например, программные приложения для отслеживания контактов, данные, которые собираются массовым образом. Вот нужно обратить внимание на два решения, которые ведут к генерированию этих данных. Это ключевой вопрос для ответа сектора на пандемию. Эти технологические решения также имеют отрицательное влияние. Они доводят до стигматизации населения. Эти данные должны нам помогать быстрее реагировать на вызовы, которые связаны с пандемией. Легко как-то быть введенным в заблуждение в связи с пандемией и сдать свою приватность. Но в тех попытках, которые мы предпринимаем, конечно, правительства хотят собирать данные, связанные с перемещением граждан, с отслеживанием контактов. Но правительства не могут забыть о том, что электронное отслеживание контактов не может заменить ручных действий, которые позволяют на сбор данных о контактах между людьми, опираясь на аналоговые действия, а не цифровые. В такой стране, как Индия, у нас ограниченное проникновение интернета. Во-вторых, если кто-то не проводит соответствующего количества тестов, то насколько полезным будет то, что мы будем опираться на отслеживание контактов или на другие цифровые решения в ответ на пандемию.
самое разочаровывающее во многих странах является то, что программное приложение не будет ответом на все проблемы. Очень часто такого типа решения не использует все технологические возможности, которые доступны. Мы разговаривали в первой части сессии о таких вопросах. Имея в виду вопрос, связанный с приватностью. Когда мы сделаем обзор технологии, которые применяются в ответ на угрозу, мы зачастую этих аспектов, которые связаны с защитой приватности, не вводим в технологический проект. Особенно при отслеживании контактов, например. Многие лица, у которых не гарантирована приватность, они будут распространять свои контакты именно в рамках этого программного приложения, которое позволяет на отслеживание контактов. Мы можем передать информацию о контакте с лицом, которое не имеет ничего общего с этой болезнью. Так что анонимизация данных имеет огромное значение, и мы это должны осознать. Такого рода пакеты данных должны соответствующим образом защищаться. Вся эта информация нужна до того, как принять решение. На протяжении последних полутора лет мы подготовили рамки для цифровых систем. На протяжении последних 6 месяцев мы стараемся подстраивать эти решения в ответ на COVID-19 к цифровым решениям. К сожалению, мы не слышим хорошо говорящего, поэтому и перевод не может быть точным. Мы проводим действия, которые связаны с управлением данными, но инициатива должна предприниматься законодательными органами после проведения комплексной дискуссии. Вторая категория связана с технологическими рамками, которые требуют архитектуры, технологии пользователей. Права пользователей потенциально могут нарушаться. Иногда это нарушение необходимо для того, чтобы смочь воспользоваться этнологическими данными. И потом необходимы тесты, которые опираются на риски. И также должны анализироваться права человека при применении таких систем и технологий. Они опираются на потенциал, связанный с ограничением применения технологий теми субъектами, которые могут применять допускаемые ими решения. Мы пользуемся теми рамками, о которых я говорил, для того, чтобы развить решение отслеживания контактов в Индии. Нашими партнерами являются субъекты, которые также работают в Колумбии, в Эквадоре, в Мексике. Мы видим, что применение правил, которые были начертаны на довольно низком уровне, во многих местах даже это является недостаточным. Это рамки, которые могут помогать в наших дальнейших действиях в контексте борьбы против пандемии. К сожалению, говорящего не слышно, по большому счету. И, наконец, технологические системы могут вести к ответам, которые служат идее защиты приватности. Знания, а также потенциал должны использоваться для того, чтобы ответить на угрозу пандемии. Большое спасибо, Амбер.
концу второй части, и сейчас мы перейдем к общей сессии вопросов. И первый вопрос к Лейтону. Простите. Лейтон, ты можешь нам передать информацию о новейших управлениях, возможностях управления такими конфиденциальными данными? Конечно. Я еще в чате передал несколько ответов, но я в общем могу сказать, что делают большинство стран, согласно хорошей практике. Когда мы посмотрим на проектор технической архитектуры, кто имеет доступ к данным, как все связано с конфиденциальностью, то как мы видим, работают эксперты. У нас есть разные законодательные гарантии, гарантии экспертов. И очень часто эти важные моменты, они забывают. Это все важные вопросы и вопросы, которые касаются безопасности данных. Мы говорим здесь о таких случаях, когда не хватает достаточного обеспечения этих данных, и тогда появляются различные проблемы. Кроме того, когда мы посмотрим на различные компромиссы, связанные с предоставлением и предоставлением данных, и когда мы посмотрим на это с этих защиты данных, когда мы рассмотрим риски и потенциальную пользу, то видим, что очень часто система защиты данных, в общем, не помогает принимать эффективные решения. Важным решением является интегрирование разных баз данных в пункте, где мы можем иметь доступ к ним из одного пункта. Так мы обеспечиваем огромные возможности воздействия и также обеспечиваем транспарентность. Очень важно тоже строить обеспечение этих данных, когда доступ не могут получать также лица на здравоохранение. И следующий вопрос – это вопрос, что одну информацию должен передавать человек только раз. Это кажется очень упрощенным, но когда внедряются такие политики, такие решения, оказывается, что в таких цифровых системах это выглядит так, что люди избегают передавать одну и ту же информацию властям. Мы понимаем, что есть риск тогда, что эти информации предоставятся неправильно. Еще регистрация, которая говорит том, что когда используется. Регистрация проводится в общем, в середине. Есть такое ожидание, что когда у них доступ к данным или когда у кого-то есть доступ к данным, то есть транспарентная информация, кто получил доступ и для чего к этим данным. И еще один вопрос. Это то, что очень важно строить такой фундамент для общества, такой возможности использования данных, и что их нужно использовать в благах общества. Когда мы используем информацию, связанную со здравоохранением, со здоровьем, нужно быть здесь осторожным. И еще вопрос от Рубин к Раше. Большое спасибо за твои комментарии, большое спасибо за твои замечания. Ты говорила о том, как очень важно, чтобы у нас был доступ к качественным информациям. Я хочу тебя спросить, как будет воздействовать на действия на правительства в области основных прав и свобод человека. Какие действия предпринимает правительство на какие действия будут опасны для других стран, например, хорошей практики для других стран. И расскажи нам тоже о том, какие отрицательные последствия могут быть из неправильного использования таких данных, какие угрозы связаны с правилами таких данных. Какие вопросы, которые, кстати, очень важные вопросы.
не могу сказать, что я видела какое-то различие. У нас есть проблемы со свободой высказывания в нашей среде. Это была проблема, которая здесь присутствовала еще до пандемии. Я думаю, что они связаны прежде всего с собиранием слишком большого количества информации, не зная, куда эта информация попадет и что с ней произойдет. Я не в состоянии сейчас дать примеры каких-то случаев, таких ужасных случаев, которые связаны с пандемией и с использованием данных. Я думаю, что это такие обычные вопросы, но не самые лучшие, которые типичны для вас данных. И я не вижу здесь каких-то больших различий с тем, как эти базы используются сейчас, после этого. Мы имеем сейчас отношение с огромным, конечно, потенциалом, и нужно с ним обращаться очень осторожно. Проблема в том, что когда появляется ситуация и возникает какой-то риск, когда возникает опасная ситуация, а эта ситуация текущая предоставляет собой угрозу, это опасная ситуация, то тогда у нас есть потенциал согласия, добровольного согласия граждан, чтобы предоставить информацию на свою тему. Это общество согласно предоставлять информацию для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность. Это, конечно, можно злодухом потребить этим потенциалом, и этого нужно избегать. Большое спасибо, Раша. И последний вопрос. Вопрос от Камбрели к Амберу. Большое спасибо за то, о чем ты рассказал, за твое выступление. Мой вопрос связан с использованием технологий, основанных на данных. В последнее время мы видели, что технологии предоставила проблемы как распознание лица. Вот эти отрицательные аспекты, скажем, ты наблюдал в контексте твоей работы в Пионере, что данные, которые касаются COVID-19, это необычные данные. И твои, как показывает твой опыт, можешь ли ты сказать, какой здесь лучший способ избежать ошибок? Мы должны здесь говорить о проекте, или мы должны все начинать проектировать сначала, что касается технологий? Большое спасибо. Кармела, за твой вопрос. Безусловно, разные шаги можно предпринять, разные меры можно предпринять на уровне министерств, департаментов. И я тоже об этом говорил, чтобы создать оценку риска. Это очень важно, это можно проводить на публичном уровне. Что касается применения технологии, о которой ты говоришь, технология распознания лица, здесь нужно обратить внимание на то, как эти технологии запроектировали, что мы делаем. Есть разные задачи, разные технологии отслеживания, разные технологии наблюдения за пользователями, которые были для того, чтобы обеспечить и данные. Когда мы пополним базу данных, новые данные, эти данные тоже можно использовать в различных, например, опасных дискриминационных целях. И здесь мы говорим про проект, так что по правилам пропорциональности, то оно требует, что когда мы применяем данное решение, то это решение не должно охватывать только какой-то низший уровень прав. Технологии, которые должны быть востребованы. Вопрос тоже в том, как мы формулируем вопрос, как мы формулируем задачу. В различных контекстах у нас может быть больше данных, а меньше дискриминации. И мне кажется, что требуется именно такой подход. На этапе проектирования технологий нужно все заново рассмотреть и учистить обстоятельства. Большое спасибо. Большое спасибо, Амбер. А теперь перейдем к вопросам, которые задавали участники в CPQ.
Regina Anne, вопросы-ответы. И теперь любой докладчик может ответить на эти вопросы. Первый вопрос касается умения пользования технологиями, использования технологий. Все большей проблемой является вот здесь большой расход. Могут ли увеличить доверие сообщества действия правоохранительных органов? И следующий вопрос. О, я вижу еще вопрос, а нет, он исчез. Как мы должны подойти к вопросу экстенсии данных в мире? Есть договор, который подготовили США и Австралия. Это договор между двумя большими странами. А может, есть какие-то другие еще примеры трансфера данных между границами? О, это очень сложный вопрос, правда? И еще следующий вопрос. Из-за того, что у разных стран может быть еще законоположенной защите данных, как база данных может поддаваться аудиту во время пандемии. Мы видим, что развиваются разные регламенты относительно защиты данных. Это интересное решение, но не всегда возможно их применить. И мы не всегда знаем, как их можем применить эффективно для эффективных действий. И еще один вопрос. Мы много времени посвящаем, чтобы разработать лучшие образцы, а какие самые отрицательные образцы? Это интересный вопрос. А теперь попрошу участников нашей дискуссии ответить на эти вопросы. У нас не очень много времени, посмотрим, как у нас получится. Простите, давайте начнем с Клейтона. Давайте я отвечу на первый вопрос, вопрос, который касается управления данными и как мы можем гарантировать, что когда нет соответствующих законоположений, что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать немного, мы не совсем можем здесь на что-то подействовать. Есть в разных странах различные законоположения для обеспечения транспарентности, но не везде они применяются. Кстати, COVID-а некоторые данные будут собираться, наверняка возникнут различные вопросы, как они будут использоваться, они будут для них использоваться для решения других вопросов, для отслеживания контактов, только для защиты здоровья. Так, здесь очень важно обмениваться лучшей практикой с другими странами. Стоит здесь руководиться примерами из других стран, из Европейского Союза. Там есть образцы правил, которые положительно влияют на защиту данных, которые позволяют снижать потенциальные риски, о которых мы говорили во время нашей дискуссии. Поэтому, наверняка, это не тот ответ, на который вы надеялись, но здесь нужно подойти к этому вопросу откровенно и реально. Нет возможности 100% гарантировать стабильность такого системы, и поэтому здесь правительство должно брать на себя большую часть ответственности. Большое спасибо, Клейтон и профессор Раша Абдулла. Большое спасибо. Я, к сожалению, согласна с тем, что сказал Клейтон. В моей части мира, в нашем регионе, у нас нет соответствующих законных положений, а защите персональных данных, даже если бы такие правила, такие законопроекты были, они бы ничего не гарантировали, они бы не гарантировали бы злоупотребление этими данными. Единственное, что мы можем сегодня сделать, это как международное сообщество, как гражданское общество, как международная организация от ООН, по другие большие организации, по любые организации, которые могут влиять на публичную сферу, чтобы данные, которые собираются, чтобы
их использовали минимально, с максимальными гарантиями защиты. Конечно, можно задавать вопрос, куда эти данные попадут, как, и как долго они будут использоваться, мы ответ не получим, но вопросы стоит задавать. И Амбер, спасибо, я постараюсь быстро ответить на ваш вопрос, на вопрос относительно того, что у многих стран нет соответствующих законоположений о защите данных. Один момент, который может появиться, например, в Индии у нас нет такого законоположения, но, такого закона, но у нас есть фундаментальное право для приватности, для ценности. И здесь можно применить именно это право. Граждане должны защищаться. Частные субъекты должны защищаться. Так что даже если нет соответствующего закона, все равно есть в законодательной системе какое-то право, которое можно применить с целью защиты конфиденциальности. Еще вопросы относительно самых отрицательных практик. Да, это интересный вопрос. И этот вопрос относится к оцене риска. А эта оценка достаточно слабая, эта оценка проводится на низком уровне, и нужно над этим поработать. Я говорю здесь про такой утопический сценарий, но этот сценарий тоже нужно учесть, нужно вообразить. С тем, что если он вдруг реализован, то его последствия будут серьезными. И следующий вопрос, вопрос с неправильным использованием данных. Это сложный вопрос, потому что очень часто в такой ситуации нам необходимо отвечать на задачу, что эти данные – это ведь активов, а различные государства создают некоторые силфосы. И нужно дойти до такого уровня конвергенции, чтобы обмениваться данными, делиться данными и задавать вопрос, есть ли польза, которая извлекает из таких данных. И спасибо большое, большое спасибо, Амбер. Мы видим очень интересное информации. Может, можно как-то быстро подытожить нашу дискуссию. Гонсало, Кармела, Раши, я даю вам еще шанс по 10 секунд быстренько что-то подытожить. Я постараюсь быть краткой. Еще раз хочу благодарить за шанс выступить перед вами, поучаствовать в этой дискуссии. Я многому научилась, слушая других участников. Но такой важной вещью, одной из важных вопросов является значение установления защиты приватности. Такая система должна дать возможность предоставлять соответствующую информацию и применять, чтобы применять ее благо общества. Особенно в тех регионах, где есть высокие показатели инфицированности, необходимо гарантировать доверие, чтобы люди доверяли, что правительство действует ответственно, а их данные используются только с той целью, которая помогает бороться с последствиями пандемии. Спасибо. Теперь, по-моему, моя очередь. Да? Я тоже буду стараться отвечать кратко. Мы помним о значении приватности. Это основное право. И нужно приватность уважать, нужно уважать возможность минимизации данных. Здесь необходимо выполнять все обязательства, вступающие в законоположение. Необходимо удалять
данные после того, как мы их использовали с соответствующей целью. Я хочу еще обратить внимание на значение международных стандартов, единых стандартов, которые должны присутствовать везде, потому что мы все говорим на одном языке. Спасибо. Большое спасибо. Я хочу обратить внимание на то, что мы можем сделать для того, чтобы гарантировать, что данные будут использованы во благо общества. Очень важно. Я услышала, что это очень важная вещь. Но может есть какая-то еще возможность проектировать. Мы понимаем, как нужны эти системы, как они построены. Но может это хороший момент, чтобы перестроить эти системы. И может это момент, чтобы подумать, может эти данные — это новая нефть. А если это так, то нужно действительно подумать, как их можно использовать и защищать. Спасибо. Транспарентность, ответственность правительства. Мы в самом начале пути понимания, что такое значит установить ответственные национальные механизмы управления данными. Есть много вызовов, они требуют ответов. Мы входим сейчас в такую новую фазу просвещения. Мы должны быть готовыми, мы должны подготовиться к этому долгому пути и чтобы гарантировать приватность. Спасибо. Я думаю, что Клейтон всегда говорит то, что я думаю. Поэтому я повторю. Доступ к данным и ответственность, и транспарентность — это ключевые понятия. Спасибо. Амбер. То, о чем вы сказали, это все важно. Да, нужно думать о этих различных сценариях, которые позволяют строить новые системы, перестраивать системы. Нужно думать о будущем, в которое мы только входим. К сожалению, мы практически не слышим говорящего докладчика. Спасибо, спасибо большое. Я тоже хочу отблагодарить всех участников за эту встречу, за то, что мы могли поговорить об управлении данными. Различные правила очень важны, но очень важно тоже учиться в контексте COVID, что у нас есть общий нарратив, который помогает нам понимать наши установки, мы понимаем нашу позицию, то, где мы находимся, и как можно защитить приватность и применять эти новые технологии, новые возможности. И мы понимаем, что вопрос, это прежде всего того, как выглядит та среда, в которой мы работаем, какие там задачи, и как технологии и данные действительно помогают решать разные вопросы, противодействовать угрозам. Права человека тоже позволяют нам вести некоторый баланс, понимать структуры, понимать, помогать. Мы имеем отношение, имеем дело с эффективными решениями или нет. И права человека – это один из элементов, но фундаментальный, и необходимо их соблюдать до внедрения другого решения. Необходимо создавать рамы управления данными. Это один из приоритетов, которые мы видим, которые хорошо видим в обстоятельствах COVID-19. И на этом я закончу. Благодарю еще раз всех участников за эту встречу. Вы были чудесны. Большое спасибо. Спасибо Марии за то, что она собрала всех в этом одном месте. Спасибо большое.